așteptat din consilie. În comunitate cu Colegiul de Administrație Publică Local și desfășurează consiliere de deliberativă. Dacă comunitatea trebuie pentru aprobarea regulamentului cadru privind constituire și funcționarea consiliilor locale și regionale, vă duc în cunoștință că la ședință de anul absențează motivatul bucurii consilieri. Deci este Igor, Cujucar, Iuri, Ciorne Andrei, Ițu Vladimir, Grițco Elena, Vesnic Antoniu, Șparț Mihail, Sopolnesc Iurel. În lucrările ședinței de astăzi participă directorii întreprinderilor municipale, serviciilor publice, șefii de direcții secții servicii din cadrul primăriei municipiului Vâlc, reprezentanții mass media. Pentru onorarea drapelului Republicii Moldova, drapelului municipiului Vâlc, imnului Republicii Moldova, imnului municipiului Vâlc, vă rog să vă ridicați. Декларация об осуществлении антигосударственных действий ряда органов местного публичного управления. Подготовил
решение на двух языках, приложил тексты декларации на двух языках, этот вопрос на весь день дня. Повестка дня не включен, не включено. На 5.02.2018 года было зарегистрировано ходатайство господина Усатова о включении в повестку дня 3-го внеочередного заседания Совета Министерства ГЭЛ с вопросом утверждения декларации об осуждении антигосударственных действий ряда органов местного публичного управления согласно приложению. Данная декларация попала ко мне для рассмотрения 6 числа, это уже вторник, когда документы были розданы всем советникам. Я 6 числа написала резолюцию господину Балану, чтобы он рассмотрел данный вопрос и подготовил заключение для того, чтобы его рассмотреть на заседании муниципального совета согласно процедуре. Согласно процедуре, когда будет заключение юридического управления, и дальше, согласно процессу, будет рассмотрен в рамках специализированной консультативной комиссии. Теперь понять, аналогичная ситуация была, когда я обращался с подобным текстом декларации, касающейся ограничения на трансляцию ряда российских каналов, новостных, аналитических, политических программ. Точно так же отложили на следующее заседание. Я теперь предлагаю более простой вариант. Зачитываем декларацию, текст декларации оставляем, кто хочет из советников ее подписывать, и решение не надо принимать. Спасибо. Господин Григорьевич. Я предлагаю, чтобы вы приняли все-таки решение, то, что предлагает господин Усатов, сделать это в перерыве, собрать комиссии, обсудить вопрос на комиссии, потому что действительно на комиссии не попал, и принять как решение. Спасибо. Еще предложение замечание по повестке. Я предлагаю по повестке дня 15 вопрос о назначении директора Центра семейных врачей снять с повестки дня по той причине, что решение судьи, мы вчера на комиссии проголосовали и решили, что данное решение, данный проект решения должен быть снят с повестки дня, так как судебная инстанция дала, нету, в решении судьи нету обязательного исполнения. И так как данный процесс находится еще в рассмотрении, спасибо. Вы предлагаете снять его с повестки? Да, предлагаю. Спасибо. Снять его. Еще предложение, господин Рабан. Я по поводу снятия вопросов по Батыру. Дело в том, что решение уже принято по восстановлению на работе и обязание муниципального совета назначить его руководителем Центра семейных врачей. Оно обязательно для исполнения немедленно. Имеется исполнительный лист уже, который обязывает нас это сделать. Далее, те вопросы, это касается только назначения должности, те вопросы характера экономического, я имею в виду, размещения морального учеба и так далее, да, они идут по процедуре выше, то есть в следующую инстанцию, рассматриваются и так далее. А восстановление должно быть сделано незамедлительно. Поэтому во избежание составления протоколов, да, за неисполнение решения суда, я предупреждаю коллег, потому что мы уже имели один такой прецедент по Унгурям. Мы сейчас ходим по судам, не все, конечно, не знаю почему, но мы ходим по судам и доказываем о том, что правильно мы поступили в суд, на заседание муниципального совета или нет. Поэтому я предлагаю оставить в принципе данный вопрос. Спасибо. Госпожа Патришова. Если можно, по 15-му вопросу, Виталий Ильич, разъясните, пожалуйста, что решила первая инстанция. Там написано. Решает. Может быть, есть смысл все-таки включить в повестку и рассмотреть уже по порядку, а не до начала работы.
на общую сумму около 200 тысяч. Данное решение судебной инстанции нами было обжаловано в общественную палату. После вынесения решения господину БД на руки были выделены исполнительные листы. Два исполнительных листа. Один исполнительный лист на внушение муниципального совета об обязанности назначить господина БД на должность директора Центра семейных врачей. И второй исполнительный лист в отношении примара об обязанности заключить договор менеджмента с ВД. Данные исполнительные листы были направлены в адрес с кабином ВД, в адрес примарии муниципального совета. Также определением судебного исполнителя данные исполнительные листы поступили в адрес муниципального совета. Согласно резолюции исполняющего обязанности примара, нами, юридическим управлением, был подготовлен проект решения и исполняющим обязанности включенного проект решения по повестке дня в целях исполнения исполнительного листа. Там указывается восстановить на работу незамедлительно. Такого нет, такого не указано, но, как я и говорил, то данный вопрос был выдан замедлительно. Господин Кучацкий. Спасибо. Уважаемые коллеги, я все-таки вернусь, мы на комиссии рассматривали этот вопрос, и более подробно, дословно. У нас есть составляющие два проблемы, которые имеем на сегодняшний день. Вы, вместе мы, взятые коллеги, имеем сегодня порядка 20 административных судебных издержек, которые проходят каждый из нас. В том числе есть решение суда и негативное, то есть не в пользу советника по кунгуряну. Есть уже штрафные санкции вынесены советникам, есть вопросы, связанные, что первые инстанции мы выиграли, переданы другие инстанции судебные, более высшие и так далее. Есть поданы апелляции в высшую судебную палату. И очень бы хотелось, наверное, бы корректировать наши действия, принятие в том, чтобы не получилось так, что нам пришлось бы опять по новой оправдываться в судах о том, что мы правы, неправы и так далее. Я вам скажу, что сегодня занимается полиция, получая информацию, данные по, не буду говорить фамилию, он присутствует в этом зале, да, по человеку, который был тоже в свое время уволен, и сегодня собирается материал для того, чтобы возбудить уголовное дело по незаконному увольнению. То есть я хочу уберечь вас всех о том, чтобы мы как-то продумали правильно, то если есть исполнительный лист, он должен исполняться незамедлительно, то, наверное, его надо исполнить. Почему? Потому что там еще есть ситуация, позвольте, господа, там еще есть ситуация, обратите внимание о том, что муниципальный бюджет обязан выплатить финансовые средства в сумме почти 200 тысяч, в том числе 10 тысяч морального ущерба. Это очень важная составляющая. И если решение суда будет не в нашу пользу, мы обязаны будем выплатить, муниципальный бюджет будет обязан выплатить эти финансовые средства. А не получилось бы так, чтобы каждому из нас, советнику, опять же, не пришлось в судах доказывать и выплачивать эти средства. Спасибо. Спасибо, господин Шумовский. Я предлагаю вам оставить этот вопрос в повестке дня и вернуться к его обсуждению уже в рамках повестки. Можем мы будем сюда через повестку дня или 15 минут? Спасибо. Еще предложение по изменению повестки дня есть? Ирина Мирчевна. Уважаемые советники, есть предложение включить дополнительно в повестку дня вопросы, которые прошли обсуждение специализированной консультативной комиссии. Это вопрос о подтверждении акта инвентаризации списка объектов недвижимого имущества, являющихся собственностью местного публичного управления муниципия области, относящихся к публичной сфере муниципия, о подтверждении соглашения сотрудничества с общественной ассоциацией Национальный центр по предотвращению насилия над детьми, о досрочном прекращении полномочий господина Бабеевина Ивановича Ярмения, который в решении Совета муниципия области, об избрании на должности заместителя примара муниципия области по вопросам финансовой экономики, об избрании на должности заместителя примара по вопросам управления муниципальной собственностью коммунального хозяйства, об утверждении текста обращения в адрес парламента и правительства Республики Молдова перед вопросами и запросами советников.
Также есть предложение, вопрос под номер 8, который звучит о ликвидации муниципального фонда социальной поддержки населения, передвинуть его по повестке дня под номером 2. Спасибо. Да, господин Ардо. У меня по поводу двух вопросов. По назначению, по выбору, по избранию вице-премьера ЦИПРПЛ. Два проекта обезличены. Если они обезличены, мы не можем их включить в повестку дня. Это раз. Во-вторых, к документам не приложено предложение примара в соответствии с законом. По предложению примара, и так и прямо написано, данного предложения я не вижу. Не знаю, у вас есть оно или нет. Если есть, пожалуйста, поделитесь, чтобы я тоже не мог копию. И третий вопрос, в связи с тем, что этот вопрос так должен рассматриваться во всех комиссиях, что не было сделано. Вот, и вопрос о том, что это должно обсуждаться и по фракции. Тоже это не было сделано. Поэтому данный проект вопрос не мог быть включены в повестку дня. Так процедура не была соблюдена. Я могу пояснить. Дело в том, что процедура соблюдена. Проект решения подготовлен точно так же, как был подготовлен на проекте ранее. Мы поднимали документы. Всегда фамилии оставались неизвестны до заседания специализированных консультативных комиссий. Вчера было заседание специализированной консультативной комиссии по праву и дисциплине, где были названы фамилии, присутствующие на данной комиссии, услышали данные фамилии, было зачитано обращение примара муниципия ВЭЛС. И, в принципе, проект решения соответствует действующему законодательству. На остальные вопросы, значит, та же практика. В предыдущих лет данный вопрос всегда рассматривался на комиссии по юридическим вопросам. Только одна единственная комиссия, других комиссий не было. Любой человек, советник, имел право присутствовать на данной комиссии и мог рассмотреть все вопросы, которые были по повестке дня, и ознакомиться с документами досрочно. Александр тоже, например, был на комиссии, он вчера узнал, какой вы понимаете. Почему тогда проекта решения нет фамилии? Почему? У меня вот на столе здесь проект решения. Потому что мы ждали обращения господина примара. Оно сделано, обращение господина, да, и господина примара. Обращение зарегистрировано в общем отделе, потом господин Павловский. Здесь его нет. Мы вам согласно положению о функционировании местных районных советов даем только проекты решения. Биографии в двух вице-примарей у меня тоже находятся на столе. На мой взгляд, господин Ярдан прав, и это не отговорка, что если мы раньше так делали, то вот сейчас мы тоже так делаем. Если раньше были допущены какие-то ошибки, то их нужно сейчас исправить. У меня вопрос конкретно. Господин Фурмонт, я хочу... Вы не перебивайте меня, пожалуйста. Я хочу поставить не надо ставить известность. Можно я договорю то, что я хочу сказать. Потом вы ответите. Мы не ошибаемся в последнее время. Мы работаем только по закону. Вот так вот наша сегодня сессия будет проходить, будем перебивать друг друга. Я договорю. Значит, фракции должны были хотя бы быть проинформированы. У нас не одна фракция, поэтому я об этом не знал, кто будет представлен вице-примарем. Значит, согласно закону о местном публичном управлении, кандидатуру представляет примар. И написано, что он предоставляет их на заседание муниципального совета. Нигде не написано, что они должны быть предложены на фракциях. Абсолютно нет. А то, что касается фракции, я могу напомнить, что на сегодняшний день у нас действуют в муниципальном совете две фракции. Фракция «Наша партия» и фракция, которую составила советники, я не помню ее название, потому что уже прошло много лет, правый блок непосредственно, где был блок «Лямка», где были представители либеральной партии, либерал-демократ. Вот они трое составили фракцию. То, что касается партии коммунистов, на сегодняшний день, я этот вопрос говорила, пыталась довести до сведения господина Бучацкого, фракция партии коммунистов у нас распалась в связи с тем, что господин Маху был назначен начальником офиса Бельской территориального госканцелярии в Бельске. И по фракции ходил господин Маху, господин Павлонский, господин Черный. Второй протокол.
когда был назначен мандат господина советника Кучацкого, вы мне не представили. На сегодняшний день у нас две фракции. Поэтому мы сделали все согласно закону. Возьмите закон о местном публичном управлении, покажите ту статью, которую мы нарушили. Да, господин Ардан. Хочу показать, которую статью вы нарушили. Вы не вводите специально в заблуждение коллег из нашей партии, да? Или вы не знаете об этом, или забыли. Хотя бы должны знать об этом, потому что вы несете ответственность юридическую, ответственность за точность и правильность и законность проекта решения. Зачитываю вам закон номер 457 от 14 ноября 2003 года об утверждении положения типового, да? О местных советах и районных советах. Есть статья, пункт 5, да, написано, что кандидатура в микрофункции Девичи Примар, Сибрагуми и Екатерин Примар, Дубер консультариев акционеров. Извините, но это есть закон, но не от меня. Господин Ардан, вы сейчас. Ирина Ильича, позвольте все-таки напомнить о том, что я в муниципальном совете третьим созывом попал по спискам партии коммунистов, будучи четвертым по списку, после того, когда предыдущий советник перед списком убыл, я занял его место. Если позволите напомнить, мы с вами говорили на эту тему с момента прихода в муниципальный совет мой и выдачи мандата, да, есть ли необходимость писать что-то так далее. Вы сказали, что в устной форме этого достаточно. Я не выходил ни из списка партии коммуниста, ни из фракции, ни куда абсолютно другое, наверное, направление и тому подобное. Поэтому, извините, я не знаю, на чем вы основываетесь, что я выбыл из списка партии коммуниста, который сегодня составляет фракцию. Если масса ушедших по законодательным вопросам на другое место работы, я занял его место, не означает, что я выбыл из фракции. Тем более, я не писал никаких-либо заявлений, может быть, объяснений, каких-либо других документов, которые бы дали право читать, то я и нахожусь во фракции партии коммунистов. Это, наверное, ситуация очень важная, серьезная. И второе, позволю заметить, что, уважаемые коллеги, я уже третий созыв в муниципальном совете, и предыдущие два созыва, назначения вице-примаров всегда обсуждались и принимали решения на всех комиссиях, которые существуют согласно законам Республики Молдова в муниципальном совете. Их 5. Мы не рассматриваем, к сожалению, вчера назначение вице-примаров. А я обращался к Ирине Ильичне и говорил: Ирина, давайте мы рассмотрим, все-таки это надо сделать. Но, к сожалению, получил отрицательный ответ. Спасибо. Вы получили ответ, который согласно законодательству нигде-то не регламентирован. То, что касается фракции про Юрочана, я думаю, мы можем сделать перерыв, и мы можем проконсультироваться с данным вопросом. Господин Григорьевич, но мы еще не дошли к этому вопросу. У нас на комиссии, например, этот вопрос обсуждался, на финансово-экономической. По правовой дисциплине вчера это обсуждалось. На каких комиссиях это не обсуждалось? Комиссия по... То, что Погодский не ходит на комиссии, но это его трудности. Муниципальная комиссия, муниципальная собственность. Погодский не был ни одной комиссии уже последние годы. Также вспомните, что есть заявление первого секретаря районного этого Рубцова, который объявил, что Погонский не коммунист, Маху не коммунист, они исключены из партии коммунистов. Господин Ардан, позвольте уточнить, у вас какое было предложение в связи с этим вопросом? Исключить из повестки дня. Предлагаю поставить на голосование в порядке поступления предложений вашего вопроса. Спасибо. Выносится на голосование повестка дня как основа. Кто за да? Да, госпожа Патрушева. Ирина Ильична, мы сделаем перерыв, да, чтобы обсудить декларацию Усатова, да? Усатова Ильича. Да, вот на в этом перерыве, если можно, мы обсудим уже этот вопрос. Хорошо. Хорошо? Спасибо. Не, ну мы давайте, может быть, как-то, чтобы мы не соединяли все вместе, давайте мы сделаем по отдельности сделать. Давайте утвердим повестку дня. Сделаем перерыв, а потом уже дальше разберемся по вопросам. Так это же вопрос, что включает повестку дня. По этим причинам мы не включаем. До голосования. Делаем перерыв на час. На голосование. Ставим перерыв на голосование. На сколько? Потом уволить группу. Перерыв.
априори. Кто за то, чтобы сделать перерыв на час, прошу голосовать. Против. Воздержавшиеся. Двое. Спасибо. Сегодня Кроилов Яна, Сорини Газ, 33-й зашпак. Чилин и Калнешка Майбург. А на сколько берут? Сейчас. Дальше идет письмо, и, к сожалению,
не обошлось без подобной ситуации в Совете Муниципия БЭЛС. Поэтому настоящее обращение хотим довести до сведения Муниципального Совета, а также всех жителей Муниципия БЭЛС, что советники Павлонский, Бычацкий, Черный, Примор села Садовая, Бузурный, советник сельского совета села Садовая, Решетник, Шкец, Бычацкий, Хейдел, Стеля, Садовская, Русу, избранные в состав законодательных исполнительных органов в списке в партии коммунистов Республики Молдова, утратили связь с партией, не выражают более ее позицию и волю электората партии коммунистов Республики Молдова. С некоторых пор они предоставляют им свои личные интересы. Мы тогда говорили с господином Бучацким, что нужно, чтобы был протокол. Господин Бучацкий нас тоже спрашивал, как можно писать правильное заявление в свое время. Говорите с господином Павлонским, я не знаю, вы сейчас скажете это или нет, но вы в свое время должны были тоже сделать декларации какие-либо на эти заявления. Мы вам говорили, они могут быть в письменном виде, в устном виде. Вы ничего, к сожалению, не сделали. Поэтому я прошу прощения за ту ошибку, которая была допущена мной. На сегодняшний день у нас есть две фракции. Две фракции прошли процесс консультирования, то, что касается рассмотрения вопросов по другим комиссиям. Этого не обязательно, чтобы было. Опять же говорю, по тем же фамилиям были проданы протоколы 2003 года, 2007 года, 2011 года, где также были пустые графы, только на заседании специализированных консультативных комиссий говорились, кто такая личность, чтобы не было никаких спекуляций, шантажей и так далее. Поэтому процедура была соблюдена. Есть заключение юридического управления, которое также говорило о том, что должна быть названа фамилия. Вчера были названы фамилии, об этом стало всем известно. Поэтому вопросы могут быть включены в повестку дня. Спасибо. Да, господин Мерчина, вы говорили по поводу того, что по процедуре должны были быть поданы заявления и так далее. Огласите, пожалуйста, нормативный акт, где оговаривается данная процедура, что должно быть письменно, протокол должен быть, что нашел, не нашел, вышел и так далее. Сергей, где-то указано здесь? Я отвечу вам письменно, я понял ваш вопрос. Нет, вы ответите здесь, мы сейчас решаем вопрос о том, что была соблюдена процедура или нет. На сегодняшний день я, как секретарь Совета Муниципия БЭЛС, говорю, что решения, которые были подготовлены и включаются в повестки дня, соответствуют действующему законодательству. И прошу включить повестку дня. Спасибо. Извините, пожалуйста, Ирина Мирчина, вы знаете, что согласно закону о местном публичном управлении вы несете юридическую ответственность за правильность и законность этих решений? Знаю. Чтобы потом вы не говорили, что я не знала, я не видела, я не говорила. Я знаю. Знаете, да? Знаю, да? Хорошо. У меня вопрос другого характера. Вы мне так и не предоставили оригинал обращение примара, да, по предложению двух кандидатур. Дали только ксерокопию. Да, но оно очень плохо видно, это раз. Я хотел увидеть регистрацию, но оно очень плохо видно, когда было зарегистрировано. 7 числа. 7 числа оно было подписано, а было ли зарегистрировано 7 числа, я не вижу. Поэтому предоставьте, пожалуйста, оригинал. Это как было? Я вам представлю. Факсимилия. Это было через факс или через почту, какую? Нарочным путем. Сергей Георгиевич, ну, с вами Кирогаев, на Кирюкотворе стал. И у вас, господи, проект перенесите. Ее же не сессии, что там требует консильера. Только не надо кричать, давайте спокойно работать. Спасибо, господин Павлонский, пожалуйста. Просто на мой вопрос мне отвечает какой-то рекомендация. Что у вас обосновано? Давайте прекратим перепалку. Господин Павловский. Я считаю, что юридически фракция партии коммунистов, она существует, и на это существует законодательство. Вы не хотите это признавать. Да, кому-то советники могут не нравиться. Сейчас можно было просто нас пригласить с Бучацким и поучаствовать вот в этом представлении будущего вице-примаря. Принципиально ему отказали, чтобы он даже туда не заходил. Ну зачем это делать? Хотя мы все прекрасно понимаем, что юридически фракция существует. И те процедуры, которые вы подробно читали, письмо, эти все внутренние политические, там, ну, не хотелось бы употреблять слово «разборки», они существуют в каждой партии. Но повторяюсь, что фракция партии коммунистов юридически существует. Не было ни одного заявления о том, что кто-то выходит из нее или...
изменяется название или еще что-то, вы, пожалуйста, спросите Бучацкого. Он существует в партии фракции коммунистов. Спасибо. Спасибо. Ставим на голосование. Да, господин Григорьевич. Ирина Ильич, ответьте нам, пожалуйста, сколько фракций существует в нашем совете? На сегодняшний день, согласно документам, две. Спасибо. Это неправильно. Ну как может быть фракция из двух человек, когда господина Маху нет, он не имеет права быть членом фракции. Тот же закон, который читал выше господин Иордан, говорит, давайте сейчас будем проверять, кто знает лучше закон, что фракция создается не менее из трех человек. Где протокол, что господин Бучацкий вошел в фракцию? Он не был представлен. Мы просили неоднократно. Более того, вы тоже хотели делать в свое время заявление о выходе с партии коммунистов. И господин Бучацкий тоже спрашивал в свое время. Просто сейчас вы будете говорить на публику совсем другое. Спасибо. Голосуем за повестку дня как основу. Кто за повестку дня как основу, прошу голосовать. Единогласно. Выносятся на голосование все поступившие предложения. Значит, первое предложение поступило от господина Григоришина. Рассмотреть в перерыве текст предложенной декларации. Кто за то, чтобы данное предложение осуществилось, прошу проголосовать. Против? Двое. Воздержавшиеся? Двое. Спасибо. Третий вопрос, третье предложение. Господин председатель, да, господин, я хотел бы, чтобы мы опять объявили перерыв и на комиссиях обсудили Усатого решение. Да. Да. Спасибо. Спасибо. Слушай. Я предлагаю провести совместное заседание всех комиссий, которые будут повторяться, что нам нужно вопрос. Спасибо. Я свое предложение снимаю, так как поступило предложение оставить нас смотреть на все вопросы. Хорошо, господин Чайский. Может быть, к глубокому сожалению, но комиссия по муниципальному хозяйству и экологии, к сожалению, нет кворума. Вчера был кворум, ждали полчаса до юного КЖК, но сегодня его нет. И комиссия не имеет возможности заседать, рассматривать, принимать. К сожалению, я говорю, но то протоконтакт вот так. Трое Маркович, Борис и я. Больше никого нет, ни курца. Мы можем, согласно закону, в законе написано, что любой вопрос, включающий повестку дня до начала заседания, должен иметь заключение специализированного управления или там подразделения и комиссии специализированного консультативного заключения. Если вашей комиссии нет, вы можете просто послушать версии другой комиссии, а заключение дадут те комиссии, которые имеют форму согласно количественному составу. Поэтому это не проблема. Еще есть вопросы? Значит, тогда ставим на голосование предложение советника Григоричина о том, что вы сейчас объявили перерыв. Сейчас объявить перерыв и обсудить полностью этот вопрос. Комиссия. Без комиссии не может быть. 45 минут. На 45 минут. А может быть во время перерыва, как обычно, 12. Она не может пустить его поиск меня. Потом не включить. Без меня не может быть. Тогда не включить. Зачем включить? Нет, еще не про популизм. Значит, перерыв до 12:30 для того, чтобы этот вопрос был заслушан в специализированных комиссиях. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Против. Один. Задержавшийся. Трое. Спасибо. Просит слово господин Трубцов.
Я ставлю на голосование, если мы согласны, предоставить ему слово. Есть чек. Кто имеет в том состоянии совета? Вообще не будет. Кто за то, чтобы предоставить слово господину Рубцову? Объясните, кто такой Рубцов? Против. Воздержавшись. Я Сергей Рубцов, первый секретарь Бирского муниципального комитета партии коммунистов Республики Молдова. Если член фракции партии коммунистов товарищ Бочарский не знает, кто я. Мне задал вопрос, так серьезно, будь внимательным. Значит, тут на заседании прозвучала позиция, озвученная советниками от фракции партии коммунистов. И я не буду повторяться сейчас и повторять то письмо, которое зачитала уже Ирина Мирчевна, но тем не менее я хотел бы сказать, что фракции партии коммунистов, если может быть она существует де юре, то де-факто ее в муниципальном совете нет, поскольку господа, которые прошли в совет по спискам партии коммунистов, утратили связь с партией коммунистов и не представляют более ее позицию, выражая и высказывая свое мнение, они высказывают только лично свое мнение, и никто его не согласовывал и даже не ставил в известность по своей позиции ни муниципальный комитет, ни какие-либо другие органы партии коммунистов. Поэтому прошу в дальнейшем, если необходимо по процедуре заслушать таковую фракцию, то это уже остается на усмотрение совета. Но сегодня хочу также попросить данных советников поступить чисто по-человечески и уже придать своей фракции статус той фракции, каковой она является. Либо это фракция независимых, либо это какая-либо другая фракция. Поэтому прошу изменить название фракции в муниципальном совете, поскольку, еще раз повторяю, де-факто такой фракции не существует в муниципальном совете Берец. Спасибо. Желаю плодотворной работы. Спасибо. Есть еще дополнение, господин Григорьевич? Ирина Мирчевна, у нас и так затянулись все наши вопросы. Я вас прошу, значит, если де-юре существует фракция коммунистов, чтобы кандидаты на должность вице-премьеры прошли консультации через фракцию коммунистов, если она существует де юре, де факто, я не знаю. Значит, де юре, значит, она существует, если все об этом говорят. Поэтому я прошу объявить перерыв и пройти через фракцию коммунистов. Дело в том, что я уже сама не знаю, как что говорить, потому что у нас есть протокол, который я вам зачитала, 2015 года. Мы говорили о том, что при вхождении любого другого советника в совет, он должен определиться, в какой он фракции будет и что с ним будет. Поэтому должен быть протокол. Но, в принципе, вы, советники, определяетесь, как вы считаете нужным, так и голосуете. Спасибо. Мы просим, чтобы не было спекуляций. Чтобы потом никто не говорил, что такого не было, это неправильно, это не по процедуре. Значит, я прошу вас, чтобы мы прошли через фракцию коммунистов. Существует она юридически, не существует она, это вопрос юристов. Но чтобы мы соблюдили все нормы, я прошу объявить перерыв и пройти через фракцию коммунистов. Перед кандидатов на должность вице-премьера. Спасибо, господин Бочарский. Уважаемые коллеги, я все-таки ссылаюсь на то, что говорит Ирина Мирчевна. Наша Ирина Мирчевна юридически отвечает и ставит подпись на правильности принятых решений, да, законов нами, проектов и так далее и тому подобное. Я имею в виду, четко объяснил. На данный момент, да, фракции нет. Если нет, то зачем мы тратим время и так далее и тому подобное. Я думаю, что Ленинградская основывается на законах, если она несет ответственность, пусть она остается так, как она есть. Тем более после высказанного там коллегами, которые пригласили ее, о том, что фракции нет, значит нет. Не будем тратить время на какие-либо согласования. Павел Павлович, в перерыве господин Павловский сказал, что де юре
фракция существует. Поэтому я прошу соблюдать все нормы, которые должны быть юридического характера. Поэтому я прошу объявить перерыв и пойти с собеседовать с фракцией коммунистов. Ставим на голосование. Послушайте, мы взрослые люди, мы занимаемся какой-то ерундой, мне так кажется. Я просил, что давайте, когда мы сделали перерыв для одной фракции, будут присутствовать и члены другой фракции, в том числе я и Бучацкий. Сказали, что нет, вы не члены фракции. Сейчас прошло час, мы пришли к тому, что нет, давайте мы еще раз сделаем перерыв. Давайте мы сейчас Бучацкому и Полонскому скажем, кто у нас будет вице-премьер. Ну что это за происходит? Вам же изначально первый сказал господин Иордан о том, что это нарушение процедуры. Здесь нет каких-то обид, обидели кого-то, не обидели, кого-то там письмом грязью облили. Вопрос в том, что нужно просто процедуру выполнять. Ирина Мирчина, вы ее должны знать. Поэтому вы нам скажите, есть фракция юридически или нет? Я считаю, что она есть. Раз она есть, значит, мы должны соблюдать процедуру. Господина Маху по протоколу. Причем здесь Маху? Ну, так третий человек. Ну, давайте сейчас Воронина пригласим сюда на трибуну, и нам Воронин еще скажет какие-то внутриполитическую борьбу. И для чего Рубцов здесь выступает, я не понимаю. Что это за цирк? Я отвечаю за процедуру, Вы отвечаете за процедуру, поэтому скажите ваше мнение. Что здесь цирк происходит, и не понимаешь, что здесь происходит. Поэтому голосование. Ставим на голосование предложение советника Григорича. Реплика. Да. То есть, исходя из данной ситуации, я участвую в диалоге фракции, не буду. Заявляю публично, исходя из вышесказанных слов и секретаря муниципального совета, в том, что законом не предусмотрено. Я не являюсь членом фракции. Поэтому я участвовать не буду. Во фракции имею в виду. Во фракции. Ирина лично говорит, не надо. Ставим на голосование предложение и давайте определимся в процессе голосования. О том, чтобы объявить перерыв для того, чтобы провести эти консультации на час. То есть сейчас нужно час. Давайте 15 минут, достаточно 15 минут. Но это будет несправедливо по отношению к предыдущей фракции. Хорошо. И час, значит, и вам час. Значит, без 22 мы возвращаемся в зал. Кто за то, чтобы объявить перерыв на час? Против. Два. Воздержавшись. Один.